Нефтяники и газовики, работники образования и культуры, врачи, спортсмены, общественные деятели, школьники и студенты. В Сургуте обновили доску почета. На ней теперь 34 фотографии тех, кто сделал город чуть лучше, добился успехов, защищая его честь или представляя его на различных конкурсах и соревнованиях. В этом году традиции именно так отмечать выдающихся жителей, профессионалов, патриотов исполняется 13 лет. Церемонию неизменно проводят в канун Дня города. Сама доска почета расположена рядом с мэрией на улице Энгельса. Сургут по-настоящему сильный город, с глубокой историей, с этапами становления, с судьбами людей, которые вкладывали свою энергию и силу в развитие нашего любимого города. Сегодня Сургут по праву – это центр экономической жизни Югры, культурной жизни, образовательной жизни. У нас много достижений, а самое главное, у нас впереди много возможностей. И я уверен, что вот с такой энергией, которую вы вкладываете вы в свою работу, в свое дело, в свое отношение к городу, у нас впереди много интересного и сильного.